Бобруйские сотрудники МЧС поздравляют коллег с профессиональным праздником креативными снимками. 14 специализированных машин выстроились во всем знакомый номер службы спасения 101. Ролики и фото можно найти на YouTube-канале «Тушилкин из Бобруйска». Свой праздник огнеборцы отметят 25 июля. Выдача сертификатов централизованного тестирования начинается сегодня в Беларуси. Получить их абитуриенты могут в пунктах проведения ЦТ. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность, а также пропуска по учебным предметам. Те, кто проходил тестирование в резервные дни, смогут забрать свои сертификаты с 29 июля. В Беларуси появился онлайн-сервис под названием «Голосую». Приложение разработали студенты Белгосуниверситета информатики и радиоэлектроники. Программа бесплатная. Она поможет избирателям узнать адрес и номер телефона своего участка и даже построить маршрут до него. Также белорусы с помощью онлайн-сервиса могут ознакомиться с биографиями кандидатов в президенты и узнать последние новости о предвыборной кампании. Приложение доступно для всех мобильных операционных систем. Минобразование определило график школьных каникул в новом учебном году. Зимние каникулы будут самыми длинными, продлятся 17 дней. Весной и осенью дети будут отдыхать 8 дней. Первая четверть будет длиться с 1 сентября по 31 октября, вторая с 9 ноября по 24 декабря, третья с 11 января по 27 марта, четвертая с 5 апреля по 31 мая.